Мы находимся на 30-й юбилейной выставке ProdExpo 2023. С нами индивидуальный предприниматель Тильш Леонид Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про ваш продукт. С чем вы сегодня выставляетесь? Выставился с медом. Мед с Алтайского края. Выставил его по причине того, что данный мед является в коей мере таким уникальным вкусовым продуктом на рынке Москвы, однако донести пока у меня не получается. И решил показать это на выставке, собственно, для того, чтобы популяризировать, во-первых, здоровый образ жизни, это чтобы заменяли люди все-таки сахар на мед обратно, как раньше ели. А сейчас, собственно, вот готов показать сам мед. А когда вы начали заниматься производством? Производством с 21 года. И самое такое уникальное, это то, что именно вкус, который очень редко встречается. Если на Алтайском, в Алтайском крае можно встретить такой вкус еще где-то там на пасеках, то ближе к центральному региону, в южных регионах его уже не встретить. По факту, то есть есть которые производители небольших партий, да, можно, но это очень маленькие такие объемы, у меня тоже маленький объем по меду, потому что выставлять большое количество улей нет никакого смысла, потому что сбыт очень маленький, что на самом деле очень странно для меня, потому что продукт сам очень ценный по себе мед, а качество меда очень высокое. А если говорить в цифрах, то сколько производите и сколько удалось сбыть? Всего лишь навсего 1,5 тонны было собрано в 2021 году. На следующий, там, 2022-2023 год пополнить тот же запас. И если будет налажен дополнительный канал сбыта, увеличен объем по сбыту, то можно говорить о 5-10 тоннах. То есть закупить оборудование, выставить дополнительное улье и, как говорится, нанять дополнительное количество работников, это позволит поставлять более высокого класса продукт за минимальные деньги. Скажем так, сейчас у меня данная продукция выставлена на ВБ, а продаю для поднятия карточки товаров на Wildberries ниже себестоимости на почти 50%. Но это как такой рынок, что если ты не выставляешь низкую, низшую цену, то в принципе продукт никак невозможно продвинуть. И вот сейчас на данный момент минус 50%, я ухожу в минус для того, чтобы люди просто хотя бы купили, попробовали. Мед у меня в стеклянных красивых таких баночках, упакован он у меня в крафтовом картоне с маркировкой. На весь мед, естественно, все документы имеются, и, как говорится, людям достаточно просто прийти на ВБ, вбить там Лёкин мед и купить данный продукт. А касаемо больших компаний, которые продают в розницу, Глобус, есть еще Пятерочка. И, скажем так, Перекресток, вот до этих компаний пока еще не достучался, отправлял я им, как говорится, данные, но им, видимо, не заходит то, что количество, объем маленький. Вот, собственно, решил через выставку попробовать достучаться до потребителя и до крупных компаний, которые имеют розничные магазины, может, даже и маленькие магазинчики, которые торгуют в розницу по Меркурию. Welcome, я готов к сотрудничеству и, собственно, готов радовать их покупателей хорошим, качественным продуктом, вкусным и полезным. Что ж, желаем удачи в развитии компании. Спасибо. До свидания.